Великий Новгород впервые принял участников этапа Кубка чемпионов по плаванию на открытой воде. Более 150 спортсменов из разных городов России соревновались на выносливость у красивейших берегов Древнего Волхова. Начальная точка самой длинной дистанции на 5 километров расположилась на Пирынском скиту. Вид отсюда очень живописный, но участникам заплыва пока не до любования окрестностями. За несколько минут перед стартом нужно настроиться, размяться и грамотно рассчитать свои силы. Главное быть спокойным, уверенным в себе, не забывать ориентироваться и следить за своим самочувствием. Впрочем, даже опытные спортсмены никогда не выйдут на заплыв без обязательной страховки. Яркого цвета надувной буй даст возможность спасателям постоянно держать пловца в поле зрения, а участнику позволит продержаться на воде в случае форс-мажора. Открытый водоем с температурой в 16 градусов непредсказуем. Последний инструктаж, общее фото, и вот он, старт. На дистанцию в 5 километров уходят самые опытные и выносливые. Другие участники смогли испытать свои силы, проплыв 2,5 и 1 километр. В акватории реки участников сопровождали воспитанники секции канупола школы «Олимп» на каяках. На финише, независимо от затраченного времени, каждый участник получил памятную медаль.